Новый асфальт, детские спортивные площадки, парковки, лестницы. Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт дворов. За ходом работ глава города Олег Гуменюк следит лично. Нам сделали двор. У нас появилась придомовая территория. Буквально в смысле. Жительница дома номер 51 по улице Крыгина Ирина рассказывает, придомовую им не просто отремонтировали, а сделали, что говорится, с нуля. Ремонт, констатирует Ирина, превзошел все ожидания людей. Здесь уложили асфальт, сделали отмостку, парковку, отремонтировали лестницы. Поучаствовать было, в принципе, легко. Мы готовились, и поэтому жильцы вовремя среагировали. Там же не скорость, да, была, как бы, подача заявки. Ну, так все дружно собрались и поучаствовали. Следующий адрес – улица Крыгина, 42А. Территория у дома протяженная. Чтобы сделать ее полностью, по распоряжению Олега Гуменюка из бюджета города выделят еще 400 тысяч рублей. Кроме того, местные жители пожаловались на темноту возле дома в вечернее время суток. Выясняется, что и эту проблему можно решить. Если во время ремонта у жителей возникают дополнительные пожелания и просьбы, нужно искать возможность им помочь, подчеркивает глава. Ну, говорите, какая разница, что они будут против, чтобы дырки залатали. Просто представляете, как будет? Все будет красиво. Сами же люди, которые живут во всех домах, будут ехать по этим ямам. Надо просто вырезать аккуратно и сделать эти дырки, заложить. По 89 адресам работы полностью завершены, по 26 уже оплачены. Всего в этом году в краевой столице планируется благоустроить 317 придомовых территорий. Напомним, для того, чтобы войти в краевую программу «Тысяча дворов», инициатором которой стал губернатор Олег Кожемяка, жители заранее, еще в начале года, подавали документы. Люди выбирали те виды работ, которые им необходимы. В итоге на ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок, на установку детских площадок 116, на спортивные площадки 71 заявка. Светлана Садовая, новости на Восьмом.